Всем здоров, ребятки. Сегодня у нас жеребьевочка уже одной. Ой-ой-ой-ой, четвертой нашего карьер-капа. Уже, честно, уже залезли мы очень далеко в это все дело. Вот. И с каждым туром все страшнее и страшнее становится. Сегодня у нас на жеребьевке будет участвовать Илья Клокотамус. Привет, Илюх. Здорово, здорово, Илюха. Я сам, считай, напросился к тебе. Да ладно, я вообще-то пригласил. Вот. И, честно сказать, сейчас будет вообще просто реально, уже не осталось пар, ну, слабых, действительно, остались одни из сильнейших. И здесь желать кому-то, да, кого-то послабее, я не знаю даже. Ну, а кто здесь может быть послабее? Я не знаю. Ант удивил с его Ромой. Я просто в шоке. Фу-фэктори разыгрались. Ты все на свой Челси жаловался, и на тебе как укладываешь один за другим. Поэтому. Вот, честно сказать, Челси — это та команда, которой нужно привыкнуть. Я тебе честно скажу, я отыграл, наверное, больше сотни матчей за них уже. Поэтому, в принципе, как бы я уже понимаю, кто куда как бежит. А вон оно как надо было проходить в 1/4. Очень много играл. Очень много играл за них. Вот. Поэтому я, в принципе, уже понимаю, что к чему. Поэтому, в принципе, и не удивителен такой результат. На самом деле, действительно, кто меня удивил, все-таки... Это Леха ФИФА. Вот эти 6-0, они мне, наверное, будут сниться долго, понимаешь? Если я так вылечу на 6-0, то это, наверное, будет вообще такая психологическая... Мне кажется, Димка Дерби просто разволновался почему-то, потому что он играл лучше, чем от него ожидал и ты, и мы, и он сам, а что-то, видимо, на Лехе посыпался, потому что... Я действительно, когда я с ним играл, он вернулся после 2-0, и причем вернулся вообще в кратчайшие сроки. Я тебе говорю, у меня такой ступор был, я поймал такую дизмораль. Я тебе честно говорю, я думал, что это все. В принципе, как и с FIFA-Factory, я, кстати, тоже думал, что все. Я играл, я уже на такой дизморали играл, но потом как-то вот мне тоже повезло. Пока я отскакиваю, короче, вот так будем. Слушай, говорить. Но я честно, сегодня для себя поставил цель свести Алекса Найна и Грека. Вот я прям очень хочу. Слушай, это была бы крутая пара на самом деле. Я прям очень хочу их свести. Себе я хочу либо FIFA-Factory, либо Анта. Причем Анта, наверное, чуть больше хочу, потому что, ну, его последний видос, где его друзья озвучивали, я просто в шоке. Я прям... Респектую за креатив. Я вот недавно только посмотрел его прямо перед записью, да. Тоже это круто. Да, вообще, он оригинальный. У него каждый видеоролик — это что-то новое, какое-то шоу такое. Вот, ну, действительно, он делает прикольно, пока когда он собаку посадил. Я просто еще люблю таких маленьких собачек, понял? Для меня это типа вообще, короче, шоу такое, знаешь, шок такой. Вот. Ну, я поугарал, поэтому да, он креативщик еще тот. Ладно, давай, наверное, не будем мы затягивать и потихонечку начнем жеребьевочку. У нас здесь есть 8. Так, вижу. Капсул. Вижу. Ты их должен видеть. Вижу. Поэтому да. Давай выбирать, я их уже покрутил, помутил. А там получается, просто мы выбираем, и кто с кем, да, и все. Да, и да. Вот первая пара, вторая пара, третья пара, и не ну, ничего. Ну, пацаны, сорян, главное, чтобы сейчас Ант и Грек ФИФА сошлись для меня. Номер один. Все остальное разберемся. Алекс Найн. А я что сказал? Ант. Ой, да, прости. Анта не надо. Анта не надо, да. Анта себе хочу. Алекса Найна. Так, давай, знаешь какую? А, вот фиолетовой, синей крышечкой. Нет. Вот, лежит вот это, да? Вот. По-моему, ты ее, да, взял. По-моему, она. Ага, давай. По-моему, она. Я могу ошибаться, но ты так... Как Дэвид Копперфильд все рукой прикрыл. Блин, я понял. Так. Так. И сразу это я. Не благодари. Сейчас прикинь свой фэктори. Это обратно в копилку, и мы перекрутим, потому что это уже будет перебор, я считаю. Это единственная пара, которую нужно развести, потому что, ну, типа, второй раз я с ними играть, но это не хорошо. Так, давай, что у нас там? Ну, вот фиолетовая с оранжевой крышечкой на меня смотрит. Сейчас. Не, вот там примерно там же, где лежала. Нет. Вот, да. Ага. Все. Ну, и кого ты мне подгонишь, а ну-ка? Ну? FIFA-Factory? FIFA-Factory?
Блин, прости, прости. На месте тебя должен был быть Алекс Найн. Вот так вот оно и было. Вот так и заканчиваются турниры. Поехали дальше. Так, ну что, теперь не страшно, с Алексом Найном я играл, играть можно. Так, ну давай, знаешь что, вот они, смотри, две близняшки розовенькие с оранжевыми крышками. Давай, которая вот попкой ко мне. Вот это. Ну, которая более, да. Не-не-не, первую ты правильно брал. Ага, вот это. Вот, да. Ой, с греком меня сразу, ну как же ж так, да? Все, я понимаю, для тебя закончилась это... жеребьевка. Минус жеребьевка, да. Ант. Ант, так, хорошо. Кому же Ант достанется с его Ромой и самым лучшим из армян, так. Ту-ру-ту-ту. Ну, давай, знаешь чего? Вот самое получается относительно меня... Как сказать, правее заноси, вот там самая синяя, да. Вот это? Да. Вот она там какая-то синяя, да, синяя крышка она. Угу. И кто хочет себе Анта? Спи-фэктори! Оу, это интересная битва, Рома против Интера. Итальянская парочка получается. Ну, не знаю. Грек против Фипотайма. Ну, может быть, он расслабился. Может, он не играл как раз-таки. 1/8 пропустил и не в форме. Так, там, получается, остался я, остался Леха Фифа, остался Ант. И кто еще? И Гога. О, ну, что, с Гога я играл. Гога Челси, кстати, не умеет играть. Он не проиграл. Угу. Давай, знаешь, вот синяя крышечка на меня смотрит. Вот я не знаю, какая сюда. Да. Фиолетовая, да, получается. Да. Так. Если честно, хочу с Лехой FIFA все-таки сыграть. Он раз так вот прям рассказал о том, что я хочу с Клокотанусом. Алекс Найн. Это получается, его надо свести, чтобы мне достался Леха с Гогой. Хорошо, угу. Давай. Там у нас, получается, осталась только одна синенькая. Вот пусть синенькая к синенькой. Ага. Ну, или к фиолетовой. Очень быстро у нас жеребьевка проходит, аж так. Я помню, когда у нас групповые этапы были. Ну? Это все просто, знаешь, в чем проблема? В чем? Это все в греке дело. Клокотамус. Повторение группового этапа, получается, у нас с Алексом Найном. И Леха играет против Гоги. Да. Они играли друг против друга? Я что-то не помню. Нет, да? Да, это Атлетика. И это у нас... Ой, Гошка, Картошка. И это у нас Гога. Да, последняя пара. Вот. Соответственно, пары у нас 1/4. Это у нас, получается, Алекс Найн Клокотамус. Это у нас Ant Фифектори. Это у нас Гога Фифа и Леха. Леха Фифа и Гога Фифа, и я, и против грека. Ёпушки-воробушки, ну. Да. Я правильно понимаю, давай сразу нашим подписчикам расскажем, что полуфиналы уже, ну, так я так понимаю, без нас с тобой. Ну вот. Да. Не знаю, как насчет без нас, вот, но, блин, но, конечно, да. Было бы у меня не Челси, было бы у меня хотя бы... что-нибудь пободрее, я думаю, я бы с греком мог еще потягаться, но с Челси... Вот понимаешь, это все из-за того, что я Ювентуса майку одел, понимаешь? Вот я и сам накликал беду. Тебя понял, но полуфиналы мы все равно будем потом проводить жеребьевку, правильно? Конечно, да, полуфиналы так же само будут с жеребьевочкой у нас, вот, и, финал, понятно, что без жеребьевки. Еще одна жеребьевка впереди ожидает нас. Сейчас пары, конечно, да. Ладно, ну что, все, на этом будем заканчивать. Спасибо большое тебе, Люк, за то, что принял участие. Ты вытащил крутые пары, на самом деле. Нет, давай так, серьезно, классные пары получились. Я не хотел... А тут по-другому бы не получилось. Да, я, допустим, честно, я с греком хочу сыграть, потому что, как ни крути, в принципе, даже если трезво смотреть, у меня все равно шансы есть. Какой бы он ни был там крутой, и как бы он ни делал круто, в принципе, я считаю, что у меня шансы есть, если я правильно...
отыграю против него, то, в принципе, я смогу результат сделать. В теории шансы есть всегда. У всех же это же FIFA. Да, согласен. Я очень рад, что Ант попал на FIFactory, и это такая как раз-таки довольно интересная пара. Да, это реально. Пацаны могут в полуфинал выскочить спокойно. Да. Да, есть у каждого шансы. Ну, получается, с Лёхой FIFA увидимся только в полуфинале либо в финале теперь уже. Так что придется Алекса Найна выигрывать, что поделать. Ну да, да. И Лёхе тоже придется Гошу выигрывать с Ливерпулем. Все-таки, как ни крути, я смотрел матчи его. Вот, именно за Ливер он очень хорошо. Очень хорошо себя чувствует. Я ему проиграл, кстати, 3-2. Вот. Да. Он с Ливерпулем очень хорош. Вот. Супер, ну что ж, спасибо большое, пацаны, ставьте лайки этому видосику, ждите совсем скоро, у нас будут зарубы в 1/4, я пошел готовиться. Обязательно, ребят, серьезно. Обязательно подписывайтесь на Илюху, на всех участников, ссылочки, как обычно, у нас будут внизу в описании. Вот, спасибо, Илюх, тебе еще раз за участие, всем огромное спасибо за просмотр, участникам всем удачки, ну и все, на этом мы заканчиваем. Пока-пока, ребят, спасибо, что позвал. Пока.